Всем привет, дорогие мои друзья, кружу вам настроение, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Меч Дито. Хорошее название. Так, ну что же, мы начнем, естественно, с новой кампании, потому что мы ее только начинаем. Так, и обычный режим, который рекомендуется для большинства пользователей, естественно. Потому что мы не знаем, что нас ожидает, какой может быть там героический. Нет, конечно же, нормал. Проснись, проснись. Эй, Соня, просыпайся. Проснись и пой. Ой, а это мы? Хе-хе. Слушайте, графика мультяшная, прикольная. Только не говори, что тебя сломило первое же препятствие. Опа. Это кто такой? Может ущипнуть его за нос? Ну, попробуй. Нет, вообще-то он сам проснулся. Так, и, наверное, удивлен. Ничто не приводит в чувство лучше, чем нехватка кислорода. Ну что, с добрым утром, Соня. Как здорово, что ты теперь с нами. Ладно, обо всем по порядку. Первым делом надо раздобыть для тебя меч. Видишь этот светящийся меч? Следуй за ним. Лично я никакого меча не вижу. Я снова слишком тороплюсь, да? Просто опыта маловато. Вот и волнуюсь. Путь тебя ждет не близкий, так что давай, я лучше объясню тебе все по дороге. Ой, кажется, я забыла представиться. Меня зовут Пуку. Приятно познакомиться. Что ж, город нас ждет. Пуку, ты куда исчезла? Где меч? Я не вижу меча никакого. А, все, все, ребята, вижу меч. Значит, мне нужно следовать в направлении, куда он показывает. Ну что же, вроде так неплохо выглядит все на первый взгляд. И музычка такая спокойная. Вау, это целый город здесь. Монумент какой-то. И там меч, по-моему, лежит. Дитлберри. Хорошо. Это главный город на острове. Но у нас еще будет достаточно времени, чтобы его осмотреть. А пока вперед к статуе. Как скажешь, Пуку. Побежали. Ну, мы, наверное, разговаривать пока ни с кем не будем, да? Хотя, я смотрю, тут можно поговорить. Дито Март. Это супермаркет, видимо, дитовский. Так, фонтанчик. Птички тут гуляют вовсю. Сами по себе, чайки летают. Все прекрасно. А, это типа у нас меч в камне. Вау. Ты крепко сжимаешь меч и чувствуешь, как некая мистическая сила начинает струиться по твоим венам, наделяя тебя силой твоих предшественников. Ты становишься мечом Дито. Зашибись. Вуаля, ну это ж надо. Ты теперь прямо-таки сияешь. Само воплощение героизма. Видимо, мне давно пора рассказать тебе, что и как, да? Ну, скорее всего. Видишь ли, остров Дито проклят. Каждые 100 лет злая ведьма Мармо является, чтобы подчинить эти земли себе и править ими с немыслимой жестокостью. Но зло, которому никто не противостоит, это так нечестно. Так что герой Меч Дито также является, чтобы помешать Мармо воплотить ее злобный замысел. Понятно. Подсказка. Это ты. Кажется, я слишком многого прошу, ведь тебя только что выбросило на наш берег. И вообще, но правила пишу не я. И отдел жалоб и приложений тут тоже нет. Что-то как-то буро все начинается. Хочешь знать, чем так плоха Мармо? Что ж, это отклонение от сценария, но давай я просто все покажу. Ведь слушать меня так утомительно, да? Идем, ее дворец вон там. Где? Где ее дворец? Эй! Пуку, ты куда исчез? Куда мне идти-то? Ох, ребят, не знаю. Ничего не показано. Будем наугад ходить, бродить. Какие-то комарики пищат. Это птичка. А, вот он, ребята. Вижу я наконец-то меч. Так, ну-ка дайте-ка. Ага, здесь у нас тупик. Стикер-чак. Какие-то наклейки. Ладно. Прежде чем что-то предпринимать, мы должны проведать Мармо. Следуй за светящимся мечом. Ясно, значит, мне здесь нельзя пошариться, да? Я так хотел прогуляться. Так, меч мне указывает куда-то в это направление. А тут, походу, наверное, тупик, нет? А, нет, все нормально, я прошел. Ой, как тут мрачно.
Что такое опять? Смотри, какая жуть. Кажется, эти ребята знают, что и жуткая госпожа вот-вот вернется. Заглянем в башню, вдруг там уже что-то намечается. Только осторожно, если тебя погубит первое же испытание, будет как-то очень неловко. Так, понятно, дворец Мормо. Или Морма. Не, Мормо, скорее всего. Так, давайте-ка сюда зайдем. Эти ребята, смотрите-ка, не нападают. А меня сюда не пускают. Хе-хе, а ну-ка дайте-ка я. А я могу ударять? Ой. Могу. Так, ну давайте разберемся, наверное, с ними. Они первого уровня. В принципе, я тоже первого уровня, так что готово. Слушайте, ничего из них не выпадает. Может быть, их и не нужно, конечно, бить. Но давайте на всякий случай. Иди сюда. Так, и, я так понимаю, последняя букашка. Ну, я же говорил, ребята, что надо убивать всякую шелупень, которая здесь мешается нам. Вперед в замок Мормо. И? Ага. Странноватый немножко замок. Так, 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 тихо, 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 ребята. Тут, надеюсь, они также не будут нападать на меня. А-а-а-а-а! Ох ты, а этот почему-то непробиваемый какой-то. Валим отсюда. Тишина, ага, тишина. Так, опять ты здесь, а? Ёлки-палки не пускают. Видимо, нужно их забомбить всех. Ну что ж, будем стараться. Начнем с медузы. Ой, чуть не упал, наверное, да? Ребят, скелетика можно подбить, но только после того, как он замахнется. То есть он раскрывается, и все, он наш. Так, опять скелетик. И медузка. Начнем именно с нее. Готово. Так, и скелетика сейчас подловим. Опа, промахнулся олух. Так, 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 все, готов, сосунок. Продвигаемся с вами далее. Оу. Что тут у нас? Так, медуза. Ой, елки-палки, зачем же я... Не думал, конечно, что так получится. Так, скелет, вали отсюда. Интересно, а можно будет его... Ох, получил я. Кстати, а где у меня ХП? Вау, скелет упал. Блин, я думал, что можно, интересно, кого-нибудь вот в эти шипы заманить. Самому-то неохота туда подставляться. Ну, что здесь? Медузочка, ладно, сейчас забомбим. Готово. Так, ну это, ребят, напоминает мне чистый рогалик, да? Так, двигаемся. Ворота у нас открыты. Вперед из песней. Ух ты. А что это, интересно, такое? Смотрите, вот посередине. Как будто свечка какая-то. Так, и здесь. А что я должен здесь сделать? Так, что такое случилось? Да что ж такое, чтобы открыть дверь, тебе придется зажечь эти штуки. Чем? У тебя есть что-то, с помощью чего можно разжечь огонь? У меня нету. Чтобы воспользоваться факелом, нажми U, когда эта опция выбрана на крестике. Ты можешь открывать рюкзак, нажав на N, и задать предметы для крестика в любой момент. Ага. Ладно. Вот оно как, ребята, делается. Просто выбираем факелок и жмем на U. Так, что такое? Опачки. Это кто у нас тут? Мормо, что ли? А, мне следовало догадаться, что это ты, Пуку. Да уж, от паразитов вроде тебя надолго не скроешься. Да, ну я на себя посмотрю, вот. Вот черт, могла ведь придумать ответ получше. Ну и ну, Пуку, чего это ты пришла сюда с мечом так рано? Согласно моим часам проклятия, до предначертанной битвы есть еще время. Вот, посмотри, сколько дней? 4, верно? Да ты, видимо, ты новая игрушка Пуку, и, конечно, находишься под действием ее чар. Я очень надеюсь, что она объяснила тебе, на что ты подписался. Ну, вообще-то, мне никто ничего не объяснял, на самом деле.
Видишь ли, я не очень-то люблю игрушки, они лишь отвлекают от самого главного. Дарят людям радость, ощущение полета, надежду. Это не те ценности, которые мне хотелось бы взращивать в моей пастве, полной идиотов. Так что ты станешь для них назиданием, моя прелесть, и я распущу все швы, что соединяют части твоего тела. Попробуй-ка, я вырву твои крошечные глазки-пуговки из глазниц. Я вытащу всю твою набивку и разбросаю ее по всей округе, чтобы все поняли, что может случиться с надеждой. Погоди, ты игрушка? Ого! Это, несомненно, первый раз, когда игрушка стала мечом Дитта. Конечно же, он не игрушка, это метафора. Ты хитиновая голова. Глубокий вдох и выдох. Ну, раз уж вы здесь, почему бы мне не подавить все это безобразие в зародыши и не сэкономить время для нас всех? Прошу меня извинить, меч, ничего личного. Ой. Эй, так нечестно. Ядрить тебя, макарить, это что такое было? Меч пал. Это предыстория такая, что ли? Нажмите А, чтобы продолжить. Да. Что-то быстро. И вот меч упал на землю. Острие его затупилось, а источаемый им свет погас. Как это уже было с его предшественниками? Как еще будет с теми, кто придет? Ага, хорошие новости. В воскресенье Мармо не встретил сопротивления, и побеги, насланные ею тьмы, распространились по земле. Люди в страхе склонили головы, молясь, чтобы однажды меч возродился. И тут мы возрождаемся, да, или это был сон? По стечении сотни лет. В дни, когда последние лучики надежды уже вот-вот готовы были потухнуть, просыпаюсь я. У-у-о! Ух ты, надо почаще издавать жуткие потусторонние звуки. Ну да ладно, да, эй, пора двигаться в путь. Я целых 100 лет ждала новой возможности одолеть Мармо, так что шевели ластами. Опа, и мы уже тут играем за девочку, по ходу дела. Так, я, ребят, честно говоря, не понял, что это было в начале, предыстория или как. Сейчас мы играем, видимо, уже за другого персонажа, потому что там был мальчик. Ладно. В последнее время тут так неприятно, поразительно. Во что это Мармо может превратить обычное место всего за 100 лет? Что, ты не знаешь, кто я и что здесь делаю? Ладно, я быстренько расскажу тебе. Готово? Ты новый меч Дита. Если вкратце, то тебе нужно побегать туда-сюда, пройти парочку испытаний, одолеть Мармо, вернуться к нормальной жизни и так далее. Да, знаю, я слишком тебя тороплю, но времени у нас мало. Как только ты возьмешь в руки этот меч, на тебя нахлынут воспоминания, мышечная память или как ее там, без понятия. Меч должен быть у своего прежнего владельца, а значит, на кладбище. Следуй за моей меткой. Ребят, я, кажется, понял суть игры, как это большинство рогаликов и делаются. Мы будем проходить одни и те же уровни 100 000 раз. Как вам такая перспективка? Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ладно, ребят, давайте сбегаем. Дитерфилд. Это уже какой-то, по-моему, другой городишко. Что-то как-то тут хмуро все. Дождик, никакого настроения нету. А птички все по-прежнему гуляют. Даже гроза тут на улице. Так, куда мы вообще... А, мы на кладбище бежим, да? Что такое? Бррр, у меня даже живот скрутило. И я не думаю, что это из-за остатков ужина, которые я съела на завтрак. Идем как могиле, пока на нас не набросилась какая-нибудь жуткая жуть. А где могилка? Ух, сколько здесь героев-то, ё-моё. Ага, вот и меч. Следующий смертник нашелся. Точнее, смертница. Ну давай. Та-дам! Все. Ты поднимаешь с могильной плиты меч и чувствуешь, как некая мистическая сила начинает струиться по твоим венам, наделяя тебя силой твоих предшественников. Ты становишься мечом Дита. Я очень этому рад. Ну, давай, чё, бормочи там. Вуаля, новый меч Дита, наконец-то с нами. Может, ты и сама догадалась по всему, что нас окружает. В общем, у твоего предшественника что-то не заладилось. Но это значит, что показать худший результат тебе будет непросто.
Я, кажется, не сказала, что на подготовку к битве с Мармо у нас будет всего несколько дней. Точнее, 4. Всего 4, а потом настанет пора отшлепать ее по чешуйчатой попе. Ну ты не волнуйся, времени более чем достаточно. Только слушай меня внимательно. Сейчас нам нужно попасть в город, чтобы получить указание. Я отмечу его на твоей карте. Перевал Баунтон. Это нам надо идти туда, что ли? Так, до решающего поединка 4 дня. Слушайте, а как мне туда попасть? А, все, ребят, мне нужно в этом направлении идти. Тут должен быть проходик, и к тому же нам показывает это все меч. Куда нам нужно двигаться? Ну, хоть на этом спасибо, елки-палки. Есть какая-то подсказка. Ух. О, ребят, смотрите-ка, уже светло опять. Так, что нам здесь надо делать? Ну что ж, старик, скорее всего, в зале мечей. Идем поищем его. Старик? Какой еще старик? Да, и еще, пока мы здесь, давай и дорожный свисток купим. Он избавит тебя от ненужной беготни. Дорожный свисток? Давай. А еще стоит заглянуть и в магазин игрушек. Ну, по делу, конечно же. Что тут происходит? Зачем мне игрушки? Дитерфилд. Ладно, короче, мне нужно... О, подожди, монетка, монетка, монетка. В траве есть монетки, ребята. А может быть, это просто случайно получилось. Так, хорошо. Нам нужно с вами передвигаться. А, вот меч нам показывает. Вот сюда. Эй, Расвист, приветствует вас. Прошу предъявить ваши документы. Да неужели? Новый клиент. Давненько у нас такого не было. Так, минутку. Я только найду руководство по обслуживанию новых пассажиров. Аэросвист приветствует вас. Чтобы получить возможность мгновенно прибегнуть к услугам наших музыкальных перевозок, возьмите этот бесплатный свисток. Да-да-да-дун. Дорожный свисток. Нажмите U, чтобы вызвать транзитный автобус Аэросвист или выйти из подземелья. Так, хорошо. Чтобы путешествовать с аэросвистом, просто находите и активируйте маячки аэросвиста по всему Дита. Так, вы сможете переместиться только к активному маячку, так что не забывайте активировать их, как только увидите. Я помогу вам активировать этот маячок. Маячок. Привяжите свой дорожный свисток, найдите его в рюкзаке и, нажав на паузу, чтобы призвать ваш... Аэробус, нажмите U. Хорошего вам дня и спасибо за то, что летаете самолетами Аэросвиста. Так, хорошо, свисток мы с вами прикрепили. Теперь нам нужно вот сюда, в магазин игрушек. Как я понимаю. Опа. Что это у вас за роботека? Добро пожаловать, это магазин игрушек. Одобренное Министерством испытаний место приобретения любых чудес для игр. Говорит нам Нерп. У нас есть как малые легендарные игрушки, так и улучшения. Все новые соискатели имеют право получить бесплатный пистолетик Нерба. Так, пиф-паф, патроны из пены не наносят урона, но бьют далеко. Нажмите U, чтобы выстрелить, удерживайте U, чтобы прицелиться. Ага, пистолетик Нерба. Эта игрушка может вам пригодиться для решения головоломок с дальнего расстояния. В качестве бонуса при ее активации не расходуется сила игрушек. Помимо этого, вы также получите факел. Из-за особенностей местных погодных условий, возможны перебои в подаче электричества. Воспользуйтесь факелом в случае необходимости. Я не то чтобы одобряю пироманию, но иногда, поджигая что-либо, можно добиться своего гораздо быстрее. Поджечь на Ю. Понятно, как божий день. Любые легендарные игрушки можно улучшать с помощью материалов, доступных на острове. Весь доход, полученный в результате улучшений, перенаправляется на нужды системы испытаний. Потрясающе! Новые игрушки! Привяжи предметы из твоего рюкзака к... нажав на паузу активации игрушек U. Так, ребята, пистолетик и факелочек мы с вами активировали. Так, а что мы здесь можем осмотреть? Улучшить игрушку, да? Оу... Тут все за монетки, а у меня всего лишь одна монеточка. Я ничего не могу сделать. Это у нас бомба, это тут эфирная бомба. Огненные бомбы. Хорошо, а улучшить? Фатальная ошибка. Материалы для улучшения недоступны. Короче, Нерп, ты меня достал. Я пошел отсюда. Спасибо за то, что вы выбрали нас. Да светит Фатум ваш путь. Хорошо,
Вам тоже спасибо за игрушки. Особенно за пистолетик Нерба. Ну что же, теперь нам нужно направиться. Что это за птичка такая? Ух, каратист такой. Так, к старику, который там повелитель мечей, или кто он? В общем, этот Пуку нам что-то сказал невнятно. Лучше нам самим это проверить. Ага. Какой-то гипсовый домик. И где же этот старик? Смотрите, тут герои стоят. А это что за черепаха тут? Так. Скажи-ка, кроха, в воздухе парит огромный навозный жук, или же меня окончательно разбил старческий маразм? Значит, это действительно ты, Пуку? Ну, конечно, ты хранитель мечей, верно? И снова ты. Я уж было начал волноваться, что моя жизнь пройдет, а я, как и мой бедный дед, не дождусь этого дня. Полагаю, ты хочешь узнать о местонахождении якорей, так? А может и нет, судя по непониманию, читающемуся на твоем лице. Ты уверена, что объяснила все, Пуку? Это несчастное дитя хотя бы знает о Мармо? Ну, я уже встречался как-то разочек. Ну, конечно, хочет. Кажется, я ведь сказала тебе об этом, верно? Хрен ты мне что сказала, Пуку! Пуку, ты должна относиться ко всему этому серьезнее. Последний меч погиб, даже не успев дойти до этого зала. Ну, раз мы здесь, значит, я явно делаю успехи, правда? Ладно, ладно, ты прав, я поняла. Не верится, Пуку. Твой промах столетней давности обрек жителей Дита на неописуемые страдания. Чудовище Мармо заполонили остров, а ее жестокое правление почти погасило огонек нашей надежды. Осталась лишь последняя слабая искорка, этот меч. Здесь и сейчас, и только от меча зависит, будем мы спасены или погрузимся в еще более кромешную тьму. А значит, нам необходим четкий план действий по уничтожению Мармо, верно? Именно так. Твоя следующая задача — уничтожить якоря Мармо. Они способствуют ее регенерации и привязывают ее к нашему миру. Слуги Мармо спрятали их в пещерах в самой глубине недр Дита. Чтобы попасть в соответствующие залы, тебе потребуются легендарные игрушки. Вот, смотри, я отметил на твоей карте место, где, как я полагаю, ты сможешь найти необходимую игрушку. Пуку покажет тебе путь. Хорошо, и где же здесь? Ага, вопросительный значок по ходу дела, да? Ну ладно, дедушка, спасибо тебе большое, надеюсь, мы проживем дольше, чем наш предшественник. Что ж, на этом моя навязанная помощь тебе заканчивается. Ты можешь бродить по Дита где и сколько захочешь, но помни, дней до твоей встречи с Мармо осталось совсем немного, всего 4. Наша главная задача — уничтожить якоря. Мармо до встречи с ней, так последняя битва станет гораздо проще. Итак, 4. Да, именно столько дней у тебя есть. Возможно, этого окажется мало, и ты не раз захочешь повернуть время вспять или получить лишний день. Ну, а с каких пор игры с временем стали приводить к проблемам? Возьми с собой это, посмотришь, что будет. Что нам дали? Небесный жетон, символ веры и силы Серендипити. Серендипити. Когда придет время, ты поймешь, что с этим делать. Или же эта штука будет выскакивать не кстати и бесить тебя. Меня устраивает любой вариант. Так, все, Пуку, давай, пока. Да, и насчет этого славного парня Астро. Он большой зануда, однако может помочь тебе решить проблемы со временем. Я отмечу его на твоей карте. Ну а сейчас меня утомили звуки собственного голоса, будь он хоть 100 раз бархатистым. Так что маршрут задавать будешь ты. Вперед! Зашибись, это я что, сам по себе что ли теперь? 4 дня до решающего поединка с Мармо. Да, ребята. Так, уведомление из мэрии. Мэр... Города, к сожалению, сообщает, что не сможет присутствовать на распродаже выпечки, которая пройдет на будущей неделе. Мэр хотела бы подчеркнуть, что это никак не связано с участившимися случаями появления в округе монстров. Да, конечно. Заливает она мне еще. Так, ребята, ладно. Я надеюсь, я правильно иду. Наверное, сюда надо. А может быть и не сюда. Нужно сверяться, мне кажется, с картой. Перевал Апбай. Ох, монстрики, смотрите, ребят. А ну-ка. О, а, вот, теперь у меня, ребята, есть хп, я вижу. Так, тихо. Ч,
черт подери. Что за камни тут какие-то на меня прыгают? Мегамозги. Всех разнес. Ну и покромсали меня маленько. Так, что у нас тут? Блин, ребят, я не понял, честно говоря. Правильно ли я двигаюсь? И там знаки вопроса. Оу, птичка, ты хорош, завязывай уже тут порхать. Или это сова? Какая разница, все равно птичка. Все, долеталась. Слушайте, ребята, какие-то безобидные птички на меня тут нападают, а? О чем говорить дальше? А тут смотрите-ка, летучая мышь плюс летучая мышь с черепками. Туда мне не пройти, но там какой-то колодец, видимо, можно вылезти. Именно там. Так, опять... Ох ты, мышка, зря ты это сделала. Ну что же, денежки мы копим с вами, 56 хп. Я вооружен, бодр. Монстр второго уровня слег, золотой слиточек получили. Слушайте, а где... А, деньги, вот, 56. Хорошо. Что хп у нас 56, что монеток 56. Ровно, все одинаково. Так, это мне нужно... Погодите, ребята, а с той стороны тоже... Значок у нас есть вопросительный, так что, наверное, мы сюда, скорее всего, с вами сходим. Так, по-моему, вот сюда нужно. Или же нет? Ой, немножко не сюда зашел. Надо чуточку повыше. Ну-ка. Оу, зомби. Что он делает? Плюется какой-то гадостью. Сопли свои там подтирает. Ай, ядрёна ваш. А я могу подхилиться чем-нибудь? Кажется, твое здоровье оставляет желать лучшего. Открой свой рюкзак, нажав на паузу, и съешь что-нибудь вкусное, чтобы вернуться в форму. Так, вот смотрите-ка, молоко. Молоко и пончик. Давайте, наверное, пончик съедим. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Съели, короче. Во, другое дело, подкрепились малька. Так, ребята, подождите секундочку. Да, мне нужно именно сюда. А тут какая-то фигня, смотрите. Она меня почему-то не пропускает. Что за слизь такая, а? Ладно, ребят, может быть, здесь по тому же принципу убей всех и пройдешь? Ага. Мозг с языком, ничего себе. Готов, о, мешочек. Мешочек, так. Давай-ка вот эту вот штуку разобьем с вами. Готово. А ты-то что моргаешь, моргунчик? А? Ну-ка, получи от меня сладких люлей. Так, мыши летучие. Обычные мыши, я думаю, нам ничего не сделают. Карточка тут тоже не очень большая. Так, это что у нас тут за дух? Ну-ка. Ага, получил свое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Она, по-моему, не убивается. Так, надо подкрепиться обязательно. Использовать, конечно же. Так, все, нафиг, не будем ее трогать. Почему-то я не могу ей нанести урон. Странно. А что же мне тогда прикажете здесь делать, а, судари? Иди отсюда. Блин, ну я действительно не могу пройти через эту жижу. О. Так, это уже будет выше положенного. Ну, я вижу, там он скелетик стоит. У-у-у, разогнался. Оп, и мимо. О, лух. Ой-ой-ой. Четко все. Так, проснулся булыжник у нас скачущий. Вот лежал, не двигался. Только я подошел, сразу забултыхался. Смотрите, я не могу ничего. Да что ж такое, все какие-то. Ох ты. Все монстры тут с какими-то отличительными характеристиками. Так, цветочек. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Дожмем его. Готов. Так, тут у нас зомбарь, причем у него сзади видно полмозга. Вот, смотрите. Ой, противный какой, эй, блюется. Ладно, сейчас мы его заколбасим. Мы тут критуем. Слушайте, а я могу как-то, интересно, себе тут улучшать оружие, прокачивать броню или что-нибудь в этом роде? И сколько 4 дня у нас будет длиться по реальному времени, а? Так, все, зомбик готов. Ну что, я вроде бы как всех тут заколбасил. Это означает только одно, что... А что это означает? Должен быть открыт путь. Ну, конечно, призрака я не трогал. Я его не смог победить. Здесь тупичок.
пройти невозможно. Ничего тут не рубится, не ломается. Жаль. Блин, ну как вот пройти здесь, а? Ведь как-то же эту слизь можно убрать. Так, что эта музыка притихла? Мне не нравится такой расклад. Хорошо. Давайте-ка еще разок сюда. Вот он, этот призрак, которого я не смог побить. А здесь у нас... А здесь нам не пройти. Тупик. У меня такое впечатление, что наступила уже ночь. Так, ну-ка дайте-ка я вот так сделаю. Опа, смотрите, ребят, я могу поджечь факелом. Вот, что там появилось. Кстати, да, ребят, это ночь. И посмотрите, возрождаются всякие мертвецы, в общем, нежить. Ух ты, значит, этого призрака можно поджечь. Хе-хе, горит потихоньку. Это меня радует. Сейчас он у нас сгорит здесь дотла. Потому что мечом я его тогда бил. И пофиг ему все. Готов. Так, а внизу-то у нас что такое? Смотрите, меч и копится энергия. По ходу дела или суперудар, или же новый уровень. Промахнулся олух. На, получи. Оу, тихо. Блин, опять здоровья мало. Даже какой-то звук такой характерный, что типа... У тебя мало здоровья, подкрепись, братишка. Меч Дита, блин. На, он, кстати, тоже неплохо горит, смотрите. Опа, мимо. Получи. Да его, в принципе, можно и так заколбасить. Не обязательно его поджигать. Обычным мечом тоже неплохо он рубится. Опа, мимо опять. Ну, просто так безопаснее. И, по крайней мере, видите, он... Оп. Отлично, добили. По крайней мере, он горит. Так, вот это мне не нравится. Летающая черепушка. Оп, мимо. Ага, конечно. Критуем, очень хорошо критуем. Вот этот перекат очень нам хорошо помог. Что? Новый уровень, второй. ГЦ, ребята. Ух ты, кажется, ты стала сильнее. Теперь ты на втором уровне. У тебя не просто стало больше сил, ты также можешь использовать больше наклеек. Наклеек. Мы можем использовать больше наклеек. А для чего нам интересны наклеечки? Так, тихо, ребят, что тут такое? Пещера Great Oak. Блин, надо было деньги подобрать, а не бежать сразу, сломя голову. Так, ну что ж, давайте глянем, что это за пещера. Great Oak. Вижу, тут факелочки горят. В чем подвох? А, ребята? Так, ничего тут разбить я не могу. Ну хорошо, давайте траву всю скосим. Так, монеточки дали. Еще монетка. Вот там вот щит какой-то разломанный. Ну-ка. Хм, абсолютно ничего. Камни тоже нельзя подбить. Слушайте, а может быть... Ну-ка, давайте-ка попробуем вот так. Нет, не тушатся. О, зато загораются, когда пролетают мимо. Слушайте, наверное, здесь мы ничего не сможем сделать. Какое-то тупиковое положение. Ладно. Ну, давай быстрее. Да ладно, ребят. Ну, черт подери. Вы поняли, да? Почему я завозмущался. То есть, если мы будем с вами заходить в пещеры и выходить, то обратно все монстры воскрешают. Слушайте, а что если нам попробовать пойти по низу? Потом пройти по той карте, которая еще не отмечена, и подняться наверх. Прокатит, интересно, такой вариант или нет? Как я всегда говорю, пока не попробуешь, не узнаешь. Да иди ты отсюда. Так, вот заходим сюда. Она у нас еще парк Биконхэм. Так, здесь мы все это оббегаем. Оу-оу-оу-оу, тихо. Смотрите, ребят, какие-то там ворота. И, видимо, нужен ключ. Та-да-да-дам. Бежит охламон. Опа, и мимо. Чего? Три дня осталось до...
До драки с Мармо? Да я тут... Я пока тут буду разбираться. Да, что-то как-то уж больно быстро тут деньки летят. 156 монет у нас. В принципе, мы можем... Оу, сколько? Парк Аутсик. Что это у нас такое? Фррр, мои усики так и дрожат. Кажется, мы совсем рядом с подземельем игрушек. Ну, или где-то поблизости. Во всей красе лежит свеженькая какашечка. В любом случае, это твой день, Пуку. А чё они говорят, а? Да иди ты отсюда, хракоплю я. Не попал. Готов. Ух ты, алмазики дали. Так, давайте здесь проскочим. Я хочу посмотреть, что это у нас за фигня тут такая стоит. Да опять ты, а? Достал ты меня уже. Ох ты, смотрите, мелкие мыши тоже меня атакуют. Потихоньку, полегоньку, блин. Куда на ты выкуси. Так, я вижу, ребята, остановку. Аэросвиста. Надо на всякий случай активировать стоянку. Смотри-ка, мышь тут токсическая, плюется чем-то. Ладушки, давайте активируем свисток. Теперь ты сможешь переместиться к этому маячку, когда захочешь. Привяжи свой дорожный свисток, найди его в рюкзаке, нажав. Понятно, короче, все, ребята. Мы можем так и так. Или на Ю, или в режиме паузы переместиться сюда. Ну-ну-ну-ну-ну. И... арочки всякие. Так, два. Что значит два? О, Пуку! Видишь, как сияет табличка острова испытаний? Теперь у тебя достаточно сил, чтобы туда отправиться. Так что двигай сюда. Заставим эту дверь открыться. Ах, вот оно что. Нужен был второй уровень, чтобы я смог открыть. А иначе балалайка. Что такое? Ха-ха. Ладно, хорошо, я тебя понял. Пойдем заходить. Меч Дита, елки-палки. Что тут у нас такое? Ну, персонажи тут... Так, подземелье игрушек, уровень 2. Ну что опять Пуку хочешь мне сказать? Ну что ж, игрушка должна быть где-то здесь. Тебе придется пройти древние испытания, чтобы доказать, что ты достойнее ее, бла-бла-бла. А так, тебе об испытаниях никто не сказал? Дита, знаешь ли, не зря известен как остров испытаний. Ну и чё? Так, тут тупик. Пройти не могу. Перескочить тоже. Ага, ха-ха-ха, хитро. Так, а это... Ой-ё, это мины. Оказывается, это были мины, блин. Так, я еще и горю. Потихоньку тратится энергия, я. Что дальше мне здесь нужно сделать? Так, вот это вот ворота, они закрыты. Так, слушайте, что же тут надо сделать? Нифига, не открывается. Вот они, головоломочки начались. По идее, все должно быть легко и просто, ведь это только начало. Так, цепь не рубится. Блин, как эти мины-то взорвать, а? Погодите, ребята. Смотрите-ка. У нас здесь горит огонек. А там такая же штука, но без огонечка. Может быть, нам нужно тоже поджечь? Так, давайте-ка рискнем. Так, факел у нас есть? Подожди, подожди, не так, вот так вот сделаем. И поджигаем. Да, подожгли, отлично, ребята. Вроде бы все, я понял. Ну а здесь-то что надо сделать? Опа, так, гарпуны летят. Ну я понял, здесь тоже надо поджечь. Так, одна есть. Еще одну поджечь нужно. Все, хорошо. Дальше нажимаем на кнопку. И что нам это дает? Так, странно. Наверху такие же штуки, ребята. Они исчезают и появляются. Их, по идее, тоже нужно поджечь. Хм. Наверное, я так думаю. Больше здесь я ничего не вижу. Вот, видите, да, ребята, они потушие. Слушайте, ну, наверное, я не смогу их поджечь. Что надо сделать-то, ядрёного же, а?
так, ну ладно, они летят. Блин, жесть какая-то, а. Надо покумекать. Но у меня остался только один вариант. Это вот переключиться между днем и ночью. Вот. Так, подожди, промахнулись. Сейчас сделаем все дело. Так, летят, переключаемся. Да, только вот так должно пом... Ну, ё-моё. Сундук? Я думал, мне откроют дверь. А, нет, и двери открыли. Ну-ка, что здесь у нас? Небесный жетон. Кстати, вот эти жетоны тоже нам для чего-то нужны. Они что-то будут делать. Так, ой-ой-ой. Это кто такой? Робот какой-то? Нифига он здоровый. Так, это у нас что, камни? Просто я думал, сундук. Так, если он меня заметит, наверняка за мной ломанется, блин. Давай быстрее беги, пока шипов нету. Так, тут прокатило. Успели. Тихо. Стоим, не дергаемся. Так, нормулька. Ну что опять? Погодите, здесь у нас... Что случилось? А этому роботу пофиг, он и по шипам ходит. Отлично просто. Давай сюда зайдем, здесь открыто, по крайней мере, все. Так, шипы и мостик. Ага, эти шипы у нас не исчезают. Значит, их нужно как-то отключить. Так, давайте попробуем мы вот этот вот рычажок нажать. И посмотрим. А мостик-то где? Я что, мостик выключил? Слушайте, давайте попробуем кнопочку вот эту. О! Отлично. А в этот шарик, если шибануть, что будет? Ну, ё-моё, совсем другое дело. Так, пойдемте, ребята, с вами сундук откроем. Что там у нас будет лежать? И ключ. Должно быть, им можно открыть какую-то дверь где-то поблизости. Я уже понял, какую дверь можно им открыть. Ой. Так, давайте-ка попробуем вот так. И шарик. Да ё-моё, что за... Все, замечательно. Ну, пойдем откроем вот эту вот дверь. И... Та-дам! Так, а это что у нас здесь такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, не нравится мне вот это вот все. Тихо! Да что за... Что такое-то? Что делать? На удар? Да ладно, блин, меч пал, зашибись. Чтобы продолжить, а откуда я буду начинать? Интересно мне знать. Ух, и вот меч упал на... Да ладно, только не говорите, что с самого начала. Не-не-не-не-не, ребят, нет, нет, блин. Ё-моё, с самого начала. Слушайте, это что, получается, что и все растеряно у меня? Или же нет? Так, ну-ка давайте-ка мы с вами сделаем такой эксперимент. Добежим до кладбища. Так же, по-моему, должно быть. Если у нас останется свистулька там, наши деньги, ну, в общем, все, что мы нашли, то еще есть смысл играть. Если же нет, то извините, ребята, я умываю руки. Так, что он мне показывает? А, путь на кладбище. Погодите, а у нас что, карта, что ли, по-другому теперь еще стала? Тут по-разному у нас карта регенерируется, так что ли? Ну да, смотрите, уже кладбище уже совсем в другой стороне. Так, хорошо, и оно по-другому даже выглядит. Вот он меч. Ну давай проверим. Ну давай, давай, поднимай. Так, хорошо. Это все понятно. И показывай мне. Ну давай, давай. Ух ты, деньги, все сохраняется, ребят. Подождите-ка, а вот здесь вот у меня, по-моему, не сохранилось. Так, ю. Ага, все есть. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, мы увидимся с вами в следующих сериях. Ну, а на этом все. Всем пока и до новых встреч. Блин, да, карта, ребята, поменялась. И свисток. Только лишь в город. Тогда надо лететь в город. Почему бы и нет?
Хотя бы посмотрю, как это все выглядит. Опа. Забрали нас. И в другой портал. Да, ребята, вот как-то так все это дело у нас и происходит. Давайте-ка я еще по-быренькому сейчас добегу. Куда тут добежать-то можно? Елки-палки, карта здоровее стала. Беги куда хочешь, как говорится. Ладно, расшугали мы здесь птичек. Карта-то поменялась? Ну да, все поменялось. Все как-то немножко по-другому, по-моему. Или, может быть, не кажется. А здесь у нас что? Роща Кастпоинт. Кастпоинт. Какая-то коротенькая картишка. А здесь дворец Мармо. Ну что ж, ребята, все как-то так. Ну, всем пока и до новых встреч, до новых видосиков. Увидимся.